Танец всегда являлся способом выражения чувств или эмоций, а если он исполняется в паре, это диалог между партнерами. Этим сегодня отличаются так называемые социальные танцы. Они существуют не столько как вид искусства, сколько как способ общения. Особенность танго в том, что это танец, в котором партнерша чувствует партнера. То есть она, там нет заученных движений, и чем лучше, чем опытнее, наверное, чем точнее она понимает самые мелкие детали ведения, то есть того, как партнер хочет, чтобы она, например, танцевала определенную фигуру, тем она считается, ну, выше класс. Поймать характер и настроение партнера, подстроиться под него, передать ему свою эмоцию и насколько это получилось целостно. То есть это должна быть такая общая картинка. Каждому партнеру приходится приспосабливаться. Ну, это так понятно для женщины. Вообще женщине логично себя приспосабливаться под мужчину, я считаю. Поэтому я чувствую себя комфортно. Танцевальный турнир в клубе «Галаденс» посвящен аргентинскому танго. Оценивает выступления челябинских тангеро, признанные мастера этого жанра. Балетмейстер, призер международных конкурсов Оксана Трясцина, а также финалист Кубка России и открытых чемпионатов Италии и Германии Артем Смирнов. Я сегодня в качестве эксперта служу очень уникальный в своем роде турнир, который называется «Мелангера». Вот, это турнир, который подразумевает постоянно смена партнера, что очень важно в аргентинском танго. Почему? Потому что это танец социальный, да, танец импровизации. Направление, которое требует такого погружения в культуру, погружения в музыку, погружения в технику и погружения, наверное, в состояние танго, вот такое, в общее состояние танго. Каждый танец – это импровизация. Техника и роли в паре построены так, чтобы дать возможность двоим слиться в единое целое, почувствовать друг друга и понять без слов. Если танцы интерполировать на семейные отношения, то здесь ни влево, ни вправо без мужчины женщина идти не должна. Надо чувствовать, что хочет мужчина, что хочет партнер. И, в общем-то, не опережать его мысли, а соответствовать его замыслам и красиво, грациозно показывать пару и, в общем-то, идти за партнером по жизни. У аргентинского танго есть своя история, и пройдя долгий путь, этот танец на сегодняшний день остается любимым, популярным и при этом удивительно ярким, передающим всю гамму человеческих чувств и переживаний, разочарований и надежд.